Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 14 марта. Сегодня мы прощаемся с диктором телевидения, Центральной телевидения Советского Союза России, Российской Федерации, с Светланой Моргуновой. А сейчас проходит прощание в храме Живоначальной Троицы при НИИ Склифосовского. Затем пройдут похороны на Троекуровском кладбище. Смотрите внимательно, не отвлекайтесь. Смотрите. Продолжение следует...
Похоронят с сыном и с мамой? Это была Алла. Нет, они на прыгу. И, ребят, ну все, ну отпустите. Мы уже опаздываем. Спасибо большое. Аллочка, здоровья тебе, любимая. Спасибо большое. Спасибо. А представьте, пожалуйста, как вас. Спасибо большое. Вы приезжали к ней лично или с телефоном? Не, я был в другом городе, я позвонил. А лично тогда какие-то вас поспрекались? У нас последние годы, полгода, созвонил. Может быть, то, есть то, чему она вас научила, и то, что вы принесете через года? Как это делать? Ну, отношения к дружбе, не настоящие годы. Отношения к профессии, настоящие. Отношения к детям. Спасибо. Компания Михайлов.
вы там уже были, спасибо. Давайте.